Кругом колеи, опасная обочина, отсюда и аварийность на всем пути. Дорога Решети, Хвалодарск-Клино, по сути, дублет на определенном участке трассы М7, нуждается в капитальном ремонте. Обычные водители здесь вынуждены каждый день подвергать угрозе не только себя, но и свои транспортные средства, а трафик достаточно большой. Машина всегда ломается, когда есть ямы на дороге. Ужасная дорога. Одни ямы. Как ездить по ней? Плохо ездить, неудобно. Все колеса оставили уже. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь уже скоро начнется капитальный ремонт. Подрядчик выйдет в начале мая. Масштабные работы, конечно, принесут неудобства водителям, но без этого никуда. На время капитального ремонта будет участками организовано реверсивное движение. Работа будет производиться в условиях непрерывного движущегося транспортного средства. То есть будет ограничение только в одну полосу. Проектом предусмотрена замена полностью на всей площади дорожной одежды с устройством выравнивающего слоя из черного щебня и устройством верхнего слоя покрытия, приведение в нормативное состояние обочин, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Капитальный ремонт затронет почти 5,5 километров дороги. Работы подрядчик должен закончить уже в сентябре. В общей сложности в этом году в рамках профильного национального проекта в регионе планируется охватить почти 900 километров дорожного полотна. И эти показатели весьма внушительные. Сергей Щеблягин, Максим Веселов. Время новостей.